Это вы видели ее уже в моих видеороликах. Искусственная кожа. Сумка эта представлена у продавца в двух цветах. Еще она есть в черном цвете. В принципе, нормально пошита, аккуратно. Ничего нигде не торчат, нитки никакие, хорошая подкладка. То есть с учетом этой цены вполне приемлемое качество. Конечно, не ждите от этого какого-нибудь Шанель качества, но вполне удобное на каждый день.